Друзья, мы с вами в одном из главных детищ Джона Пола Гетти, нефтяного магната, который построил два самых важных и интересных музея. Это центр Гетти и вилла Гетти. И сейчас мы находимся в вилла Гетти. Вилла Гетти – это был музей, который построен раньше, чем центр Гетти, в 1974 году. Встречает нас вот этот вот вход, слова покойного миллиардера и самого богатого человека на Земле в конце 70-х. Ну и попутно познакомимся с его историей. Вилла Гетти – это точная копия древнеримской виллы, которая была обнаружена на раскопках города Геркуланум, как известно, который погиб от извержения вулкана Везувия. И под его пеплом потом обнаружили вот такие хорошо сохранившиеся огромные виллы. И именно по чертежам этих самых древнеримских вилл была восстановлена. Вот это конкретно вилла Папиру, так называемая. Да, абсолютно точная копия. Джон Пол Гетти начал приобретать предметы старины в Риме в 1939 году и впоследствии собрал важную коллекцию, сосредоточив внимание на греческих и римских мраморных статуях, рельефах, бронзовых статуэтках и мозаиках. Эти работы хранились в его ранчо в Малибу в Pacific Palisades и стали доступны для всеобщего обозрения, начиная с 1954 года. Но рост коллекции потребовал большего пространства, что побудило его спроектировать и построить новый музей. Архитектор, который спроектировал виллу, почерпнул вдохновение от виллы Деи Папири в Геркулануме, древний город в Италии, около современного Неаполя. Во время строительства виллы Пол Гетти находился в Лондоне.
Вилла была открыта для широкой публики в 1974 году, однако Джон Пол Гетти никогда так ее и не посетил. Он умер в 1976. Коллекция насчитывает около 44 тысяч греческих, римских и этрусских древностей, датируемых периодом 7 века до нашей эры до 5 века нашей эры, из которых около 1400 экспонируются. В 1997 году части музейной коллекции греческих, римских и этрусских древностей были перемещены для демонстрации в центр Гетти, а вилла была закрыта на реконструкцию до января 2006. В этом же 2006-м случился скандал между музеем и правительствами Греции и Италии. Последние обвинили руководство музея в том, что некоторые предметы их коллекции были разграблены в их странах и должны быть возвращены. К концу 2006-го музей Гетти вернул 4 предмета в Грецию. Стелу, мраморный рельеф, статую и золотой погребальный венок. Спустя год было подписано соглашение о возврате 40 предметов в Италию. Изначально Джон Пол Гетти собирал экспонаты античного и древнего искусства. Именно поэтому здесь, в вилле Гетти, было решено сконцентрировать экспонаты именно Древнего Рима, Древней Греции. Начиная с бронзового века, это примерно там 6000-3000 лет до нашей эры, и заканчивая уже началом 1, 2, 3 веков. Центр Гетти, именно там уже собрано более современное искусство, это начиная с 5, 6, 7 и заканчивая там 19 веком. Mm-hmm.
На территории виллы Гетти есть 4 разных сада, засаженных растениями, произрастающими в Средиземном море и выращиваемыми древними римлянами. Традиционный римский ландшафтный дизайн воспроизведен с помощью кустов лавра, самшита, олеандра и калины. Каждую из длинных сторон сада внешнего перистиля обрамляют ряды финиковых пальм, а в каждом углу растет гранатовое деревья, окруженные декоративными растениями, такими как плющ, лаванда и ирисы.